Здравствуйте, уважаемые друзья! Приветствую вас от всех от имени всех сотрудников милиции и от всего кыргызского народа. Меня зовут Бакиев Эрлан, я подполковник милиции. Ранее занимал должность заместителя начальника управления правового обеспечения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. На данный момент я нахожусь в городе Джуба, в Южном Судане, работаю в полевом офисе миссии ООН в Южном Судане. Мне повезло, что я родился в Советском Союзе, и с самого раннего детства я пошел в детский сад и в школу, где было русское обучение, поэтому я всю свою сознательную жизнь изучал и разговаривал на русском языке. Также здесь у нас в Южном Судане, в миссии ООН, вся документация проходит на английском языке, однако на неофициально все мы разговариваем и используем русский язык в нашем каждодневной жизни. И также у нас хочу отметить, что русский язык является одним из основных шести языков в системе ООН. Нам всем известно, что русский язык – это язык Пушкина, Лермонта, Ахматовой, поэтому я могу сказать, что очень рад, что владею этим языком. Поздравляю всех с Днем русского языка!